о редевелопменте в Греции и о возможности заработать на афинских квадратных метрах мы говорим сегодня с Константином Параскевополосом, коммерческим директором компании «Грекодом Девелопмент». Здания в хороших местах в центре Афин стали менять свою структуру от зданий на апартаменты, на апарт-отели. Сколько всего таких объектов, по вашим ощущениям, в Афинах? Старт, так скажем, этой идеи был года два тому назад. В тот момент их было, может быть, сотни. Сейчас, так как многие компании заинтересованы в этом проекте, я бы сказал, что осталось несколько десяток. О домах какого размера идет речь? Это здания от 3-4 этажей, и есть и 7, и 8 этажей, которые как раз эти вот сейчас востребованы. Вы упомянули, что такие объекты находятся в Афинах. Только ли в Афинах они находятся, и насколько актуален редевелопмент для другой Греции? Афины как столица более востребована и по предложениям, и по интересу, и по спросу. Но рано или поздно эта тенденция перейдет и на север, на Салоники. Что все-таки правильнее для инвестора? Купить, реновировать объект и продать его уже в новом статусе? Или начать его сдавать? И от чего здесь вообще зависят интересы инвестора? Для первоначального инвестора, который хочет заработать больше, но имеет чуть больше рисков, лучше купить целое здание, сделать редевелопмент и перепродать конечному инвестору по частям апартаменты в его здании. А если бюджет меньше, чем на покупку целого здания, можно как раз таки быть конечным инвестором, купить несколько объектов, несколько квартир в здании и получать доход от сдачи в аренду этих же объектов. Инвестор купил здание в центре Афин в районе Керамико. Здание 1600 квадратов, было куплено за 740 тысяч. Человек вложил еще 500 000 и 70 тысяч на переоформление. За 1,5 миллиона он получил готовый объект, 21 апартаментов и коммерческое помещение на первом этаже. Все это было продано. Человек получил доход в цифрах 1,5 миллиона, которые он вложил, плюс 1,2 миллиона чистый доход. А люди, которые купили эти объекты, получают от управляющей компании, с которыми они подписали договора на 10 лет, 7,5% годовых. Сколько времени занимает редевелопмент? В зависимости от самого объекта, в каком он состоянии, это может быть от 6 месяцев до года. По нашей практике за 8 месяцев мы сдаем такие объекты.